Молчаливый протест. Спецназовцы устроили акцию возле Шевченковского райсуда в Киеве. Выстроились перед зданием и молча, постояв несколько минут, разошлись. Таким образом, они выразили протест против решения суда отпустить стрелка, который ранил полицейского. В полиции говорят, акция была спонтанной, все участники были не на дежурстве и без оружия. Напомню, 15 февраля возле Соломенского суда в Киеве, где избирали меру пресечения Геннадию Труханову, произошла потасовка между националистами и правоохранителями. Один полицейский получил пулевое ранение.